220 тысяч куриных яиц в сутки производит птицефабрика в Сарагашском районе Туркестанской области. Этого объема достаточно, чтобы практически полностью покрыть местный рынок. Если раньше яйца в регион завозили поставщики из нескольких областей страны, то в условиях карантина конкуренция ослабла. С возросшей нагрузкой предприятие справляется. Удается и сдерживать цены. Средняя стоимость десятка – 250-280 тенге. На птицеферме содержится 212 тысяч кур. Работает предприятие по европейской технологии. Основная часть производства автоматизирована. Сейчас там трудятся порядка 50 местных жителей. В будущем планируем расширять производство. Необходимо еще два цеха. Сейчас мы строим дополнительный склад для хранения куриного корма. В год куры съедают до 5 тонн пшеницы. Кроме того, собираемся построить отдельную ферму для содержания цыплят.